Когда правее, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Заворачиваем корпус. Вдох. Сжатие. Раскручиваем поясницу влево. Выдох. Открываемся. Вдох. И выдох. Хорошо. Сделали шаг. И все то же самое. Теперь правая рука, да, прежде всего на отведение скручиваем, да, отводим, раскрываемся, вдох и выдох, вдох и выдох. Еще раз. Справа атака. Так вот, вот оно отведение. Когда идет вход на захватывающие усилия, там дальше, так сказать, через протягивание либо наоборот, здесь еще раз. Поэтому здесь раз, раскрылись, обязательно отвели, два, надо еще раз, раз, вот здесь опять-таки, да, так сказать, через, так сказать, заламывающие усилия, так сказать, соответственно, так сказать, да, на прокидывание, так сказать, да, вправо, различные варианты уже, так сказать, дальнейших, так сказать, действий. Все то же самое, все то же самое сейчас слева, слева, слева точно так же. Да. Раз, да, идет вот, еще раз. Меня. Опять-таки здесь, так сказать, мы удержали, да, протягивали. Дальше, так сказать, работа, так сказать. Локтя, соответственно, ладони, кулака. Теперь я. Итак, у тебя действие будет, так сказать, сейчас. Лево отведение и правый вход, да, совершенно верно. Прямой, да. Вот, верно. То есть здесь запираешь, здесь правая, левая рука уже свободна, так сказать, да, чтобы зайти уже. Вот еще раз, да. Нет, аккуратно. Левая, да, прежде всего. Правая идет, выходит, да, совершенно верно, да, еще раз. Угу. Здесь сюда пошли, еще раз. Угу, да, угу. Еще раз. Аккуратно, не торопись. Угу. Не старайся сразу, так сказать, да, сразу закрыться, так сказать, здесь, нажать здесь, да, идет, вход идет, да, отведение, только после этого уже, да, начинаем, так сказать, да, раскрываться. Еще раз справа. Угу. А еще. Ага, хорошо, теперь слева. Обратное действие, да. Угу. Угу. Да, еще. Угу. Так, еще. Угу. Еще. Еще, да, не забывай, вторая рука, еще раз, ты здесь, ты не меня, ты справа, раз, вход, так сказать, да, и вторая уже в этот же момент уже, так сказать, должна зайти, потому что опять-таки, да, еще раз, выход идет, так сказать, да, то есть ты сразу, да, прерываешь атаку, так сказать, либо же запирая, либо отводя, либо, так сказать, делая срыв, изменения, так сказать, соответственно, вторая рука через, так сказать, да, захват, заламывающую усилие, отведение, так сказать, и прокидывание. И следующий, так сказать, опять еще раз. Идеальный вариант. И все, так сказать, идет. Выход уже левой руки. Хотя работа была, так сказать, тремя точками, так сказать. Два на входе, третья, так сказать, на выходе. Хорошо.